Беларуси произошел сбой в работе банковских карт. Причина – частичная неработоспособность программно-технического комплекса. Сервис обещает восстановить максимально сжатые сроки. В стране обслуживается почти 10 миллионов кредиток, 125 тысяч платежных терминалов и около 2 тысяч инфокиосков. В стране определены резервные даты сдачи ЦТ 12 и 14 июля. При себе нужно иметь документы, подтверждающие уважительную причину, и пропуск на основной день. На централизованное тестирование в 2022 зарегистрировались больше 58 тысяч человек. Белорусы отдали мошенникам больше миллиона долларов. С середины марта как минимум 3 потерпевших каждый день. Аферисты звонят из-за рубежа. Злоумышленники представляются сотрудниками СК и сообщают, что кто-то из родственников попал в аварию. Помочь в вопросе предлагают за деньги. В городе 5 июня пройдет велопробег по церквям. Посвящен он 1030-летию православия в Беларуси. Старт от Свято Духова собора. Завершится движение в Иверском приходе. К участию приглашаются представители молодежных групп храмов Бобруйской епархии. Накануне в Бобруйске горел дом на Кутузова. Сообщение спасателям поступило около 12 дня. К моменту прибытия МЧС выходил дым из-под кровли здания. Хозяев на месте не было. Огнем повреждено имущество, закупчены стены и потолок. Пострадавших нет, причина устанавливается.